Здравствуйте, вы смотрите «Гороскоп». Меня зовут Антонина Сатарова. Я расскажу, какие советы дают нам астрологи в этот день. Овен. Постоянное пребывание в центре внимания может просто истощить, даже если вы окружены теплой атмосферой. В некоторых аспектах лучше временно отойти на второй план. Телец. Если вам кажется, что ваши принципы лишь осложняют вам жизнь, значит, пришло время их пересмотреть. Так ли они верны? Близнецы. Вы фактически достигли желаемого. Вам осталось лишь сделать последнее усилие. Вот им-то и стоит сегодня заняться. Рак. Практически все пойдет вопреки вашим ожиданиям, не говоря уже о желаниях. Но опускать руки не следует. К вечеру может оказаться, что так даже и лучше. Лев. Ваши шутки могут быть приняты кем-то всерьез, что выльется в совершенно неожиданные последствия. Постарайтесь, если уж не в состоянии сдерживать полет остроумия, шутить на нейтральную тему. Дева. Не стоит винить других в том, что лужа, в которой вы сидите, слишком глубока или чересчур холодна, даже если они действительно в этом виноваты. Вылезайте из нее скорее. Весы. Вы, подобно летучему голландцу, все время в пути и почти всегда без определенной цели. Быть легким на подъем, конечно, хорошо, однако не настолько же легким, чтобы вас сносило малейшим дуновением ветерка. Скорпион. Поддайтесь велению обстоятельств, плывите по течению, все сложится так, как и должно быть, и вашей помощи при этом не понадобится. Стрелец. Вы сделаете большую ошибку, если хоть на йоту поддадитесь влиянию эмоций, неважно собственных или чужих. Вам понадобится очень холодная голова. Козерог. Вам потребуется простор для деятельности. Лучше будет, если вы сможете его добиться. Иначе вы начнете разворачиваться на имеющемся в наличии пространстве. А это может привести к катастрофическим последствиям. Водолей. Проведите этот день с людьми, которых вам приятно видеть. Пренебрегая этой простой потребностью организма, вы рискуете впасть в депрессию. Рыбы. Постарайтесь не вмешиваться ни в чьи дела. Не разобравшись в тонкостях, вы можете натворить чего-то не того, действуя из лучших побуждений.